Всем привет. Наташке после вчерашней дискотеки болит нога. Иду в пилюльку, сейчас что-нибудь куплю ей. Не знаю, пойдем мы сегодня куда-то или нет, потому что Натаха себе ногу подвернула вчера. Сейчас я сходил в пилюльку, видите, аптека, он такая рядом. Купил ей мазь, диклофенак. Поможет ей или нет, не знаю. Время первый час дня. Погуляю без Натахи, в одиночестве погрущу. Спустился вниз, сейчас, надеюсь, прогуляюсь до медийного места. А море сегодня неспокойное все равно. Ну, вот такое сегодня море. Ну, искупаться я все равно искупаюсь. Как без этого? Наверное, на этом пляжике-то. Потом на обратном пути. Манго тайский продается здесь. Наверное, тоже куплю себе. Вчера Астория Гранда выходила из порта. Смотрите, сегодня какой-то еще один большой кораблик пришел. Еще? Где же оно, медийное место? По-моему, там сверху. Блин, народ купается, загорает вообще. Молодцы. А волна сегодня бушует. Пойду пока прогуляюсь по набережной. Мне надо найти магазин, где можно купить карту памяти. Ухожу я с набережной. Поднимаюсь наверх. Если честно, солнце шпарит вообще. Невозможно, особенно после вчерашнего. Зашел наверх, здесь какой-то мини-парк непонятный. У этой официантки спрашиваю, где здесь карту памяти. Она говорит, не Форштейн, ребята. На русском не Форштейн. Вон туда пойду. Там вроде большие дома, может быть, там что-то есть. Поднимаюсь наверх. Тяжко, очень тяжко, ребят. Не знаю, здесь вроде мороженое, но мороженое мне не спасет. Если честно, душно, жарко вообще, кошмар. Невозможно. Вот какой-то сити-парк здесь, сити-парк-отель. Вот здесь с правой стороны еще один небоскреб. Пушкин памятник. О, Пушкин. Зашибись. Ну, короче, это не Абхазия. Да, и сушит по-страшному. Сейчас постараюсь найти какое-нибудь местечко. Надо где-нибудь присесть, посидеть маленько, а то я уже запыхался. Какая здесь красота, фонтанчик. Я вот сижу, наслаждаюсь. Так, и где здесь? Вот мне показывает поближе. Хорошие машинки такие стоят, вообще шикарнейшие машинки. И отель вот этот, отель вообще обалденный. И вот такая ситуация здесь везде. Шаурмян. Ну так бывает. Поворачиваем налево через переход. Это у нас улица Войкова, а нет, Войкова направо. Как эта улица, не знаю. Ну, скорее всего, тоже это наша улица, где мы живем. Скорее всего, курортный проспект. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Офигеть, вот в этом отеле я жил 8 лет назад, представляете? Вот на втором этаже. Было дело, да. А это российский международный олимпийский университет. Блин, бьюти, ты до сих пор запомнил. Я так замерз там вообще. Такая хрень была. В декабре месяце я жил там. Так, похоже, подошло. Где-то есть карту памяти, можно купить. Включил Ашан. Ашан находится в 1500 километров. Ладно, вот он. Кристофер.
сюда пойду. Да. Проверил, 5 минут осталось. Памяти немного. Надо купить новую память. Показалось, что карту памяти здесь. Вернее, люди сказали, что карту памяти здесь нельзя купить. Надо куда-то еще ниже спуститься. Так, перехожу я в улочку. Сейчас буду спускаться вниз. Здесь вот какая-то церковь. Не знаю, на телефоне осталось памяти всего 17%. Насколько мне его хватит, я не знаю. Ну ладно, буду ориентироваться по морю. Иду в сторону Моремола. Сказали, там есть магазины, там можно купить карту памяти. Подошел к фонтанчику, такой фонтанчик красивый, с левой стороны вкусочка находится. Я как раз вот вспоминаю, в том году по этой дорожке мы гуляли с Наташей. Сейчас прогуляюсь здесь, пройду по этой аллейке и направо сверну. Пипец, короче, вышел, загорожено все, вон там пешеходная дорожка, Арбат местный. Ёбаный СТ, мне придется обходить. Ну, ладно. Нарушать не будем правила дорожного движения. Обойду, посмотрим, может там что-нибудь есть вкусненькое. Переходим дорожку. Ну, тут вроде нет такого. Сейчас налево поверну, узнаю. И вот с правой стороны какой-то торговый центр. Зайду, может, там что-нибудь есть. Вон вроде Теле2 там есть. Перешел через подземный переход. Все, сейчас в торговый центр зайду. Здесь что-нибудь там найду. Иду такой вдоль этого торгового центра. Не знаю, что мне больше нравится. Что мне больше хочется. Или в туалет сходить. Или купить пивка. Или же найти где-нибудь. Найти карту памяти. Хочу. Короче, одни шмотки. Одни шмотки. Больше ничего нет. Не знаю. Хоть здесь садись. А вот она и администрация города Сочи. Да-да-да. Приперся я, короче. А, вон она, Пятерочка. Сейчас туда дойдем. Зашел. 2000 стоит? Охренеть. Ценник, конечно, у вас большой. Ну ладно, куда деваться, берем. Ну я просто уже заканчиваю. А вот она. Вот это на 16 гигов есть, уже есть. Все, купил карту памяти на 16 гигов. 500 рублей. А да, полтора часа у меня еще есть. Ладно, хорошо. Гуляем. Все, перед тобой открыты все двери. Так, а мне туда вниз надо. Где вот моя дверь? Иду в другую дверь. Карту памяти я купил. В туалет я сходил. Осталось пивка купить. Все, на сегодня я свободен. Терочка оказывается на втором этаже. Опять поднимаюсь наверх. Доча, спасибо. Все получилось, все отлично. Штрих-код твой сработал. Лера скинула мне карточку, скидочка сработала, вообще нормально, по 70 рублей за банку вышло. Вышел из магазина и заблудился, сейчас уже привыкли без компьютера, да, заход с одной стороны, а выход с другой стороны. Короче, у девчонок спросил, говорю, где Мария, в какой стороне Мария, они говорят, вон, туда иди, там Мария. Все, выдвинулся я в сторону моря, где-нибудь сейчас сяду. Пивка выпьет. Вышел на центральную улицу. Это местный Арбат. Короче, я не буду искать, где можно, где нельзя. Хотя там скамеек много. Вот я смотрю. Огромное дерево, магнолия, похоже. И здесь скамеечка есть. Я, конечно, понимаю, что я нарушаю все видимые и невидимые законы. Посидел в администрации, попил пивка. Все, надо идти уже домой. Сейчас только надо дорогу себе выбрать, потому что, да, все, батарейка сдохла. Так, ну ладно, прогуляюсь в эту сторону. Заблудиться здесь трудно, главное знать, где море находится. Ну что я вам скажу, Сочи, конечно, классно. Вопросов нет вообще.
потому что природа, да, ну как бы транспорт, да, здесь намного мешает. Это не Абхазия. Дышать здесь нечем. В Абхазии классно. Из всех курортов, на которых я в настоящий момент был, это Адлер, Сочи и Пицунда. Все-таки Пицунда на первом месте. Там дышится легко, гуляется классно. Ну, атмосферно, конечно, это здесь. Это Сочи. Потому что здесь можно куда-нибудь сходить, погулять. Не в нашем случае, конечно. Вчера сходили погулять. Ну ладно. Сходить погулять, что-нибудь натворить, притворить. Ух ты, смотрите, какой памятник там. Архангел какой-то. Сейчас подойду поближе, засниму. Ну, короче, кому нужны тусовки, то вам сюда, в Сочи. Я не тусовщик. Хотя по мне этого не сказать, да? Вчера особенно. Пец. Ну, получилось так, как получилось. Ну, я больше люблю погреться на солнышке, повыгорать, поплавать. Ну, вчера вышло совсем все по-другому. Так, ну что, ну, какой-то огромный дом здесь. И вот памятник. Так, а я ныряю вниз. Вышел я из переходика. Такая дорожка здесь. И вот он. Памятник. Налево Первомайская улица. Да, я по улице сейчас пойду, потому что у меня батарейка в телефоне села окончательно. Карты у меня нет. Ну ладно. Где наша не пропадала? Магазинчик девочка вот есть. Да, мне она уже не нужна. Я как бы нашел себе лекарство. Поэтому, ребята, иду по дороге. Я думаю, не пропаду. Поднимаюсь куда-то вверх. Пока не знаю, как улица называется. Ну, ладно. Я думаю, дальше прочитаю название. Пока иду вверх. Тяжеловато сейчас. Потому что у меня топливо уже подзаканчивается. Пора подкинуть. Ой, короче, присел. Отдохнуть на пару минут, да. Где я нахожусь, если честно. Улица вон там внизу где-то идет. Кипарисы огромные, кайф. У меня еще баночка пива есть, поэтому я потихонечку отдыхаю. Карты нет. Ну, я думаю, в ту сторону пойду дальше. Иду гуляю. А здесь парк такой классный. Смотрите, пальмы растут, какие-то деревья, вот здесь тоже пальмы, вообще красота. Люди отдыхают. Чем не рай, а? В Сочи в натуре рай. Смотрите, отель Хаят Редженси. И здесь евреи преуспели. Это, оказывается, был сад российско-японской дружбы. Вот так-то. Так. Ну, а мы ныряем вниз. Ну, а здесь классно. Здесь все живет, благоухает. Зелень и кафешка рядышком. Торговый центр Магнолия. Отель Сочи. Это отель Сочи здесь расположен. И такие гигантские сосны. Нет, это не сосны, это, скорее всего, тоже магнолии. Да не, шучу. Кипарисы это, конечно. Кипарисы огромные. И магнолии растут здесь. Шикарно. Так, ну а я продвигаюсь. Телефон у меня не работает, но я зато, смотрите, понял, как мне можно ориентироваться. Огромные дома вот эти. Так, там прошел одни. Впереди еще какой-то огромный дом. А у меня огромный дом, это жемчужина. Поэтому я ориентируюсь на жемчужину. Пока торговый дом
Сочи Магнолия. Но я туда не пойду, мне там делать нехрен вообще. Отель Магнолия прохожу. Шведский стол. Нормально. Так вот, на будущее посмотреть. Лера, кстати, спасибо тебе большое, что ты мне подарила защиту для камеры, потому что сейчас вытаскивал камеру из кармана, и она у меня выпала. Благодаря твоей защите у меня не разбился объектив. Спасибочки, доча. Это же отель Магнолия. Я сегодня ночевал в нем. Это пипец полный. Как я так прошел, блядь, и даже не обратил на него внимания. Вот здесь я ночевал сегодня. Нежданно-негаданно. Кто хочет посмотреть, смотрите в подписках. Там будет полный обзор, как я здесь ночевал. 29.10, ребята, сегодня. Я, наверное, не сказал, но вот. Теплынь вообще. На улице градусов 25, а точно есть. Аптека. Так, а я иду к своему домику. Тут переход, смотрите, и там вот мостик, который мы наблюдаем из своего балкончика. Надеюсь, сейчас удастся мне там где-нибудь спуститься вниз, чтобы пройти по минимуму к своему гостевому дому. Офигеть, машинка какая, вообще, кайф. Здесь, по-моему, так, мне зеленый, я перехожу, он машинка идет. Не знаю, правильно я иду или неправильно, повернул направо. Насколько мне не изменяет память, я куда-то чуть левее сейчас должен спуститься для того, чтобы попасть в свой гостевой дом. Ну все, иду, как говорится, по ощущениям. Вы не поверите, прокуратура России. Здесь находится этот санаторий, скорее всего, прокурорский, да? Мне в свое время не посчастливилось побывать здесь. Так, а здесь какой-то ход. Улица Театральная, но непонятно. Есть там доступ или нету доступа к нашей улице. Сейчас, я думал, здесь, по этой улочке, вниз спустимся. Вон она. Жемчужина. Отель Жемчужина написано. Сейчас по ней пойдем, по этой улице. Вы кто-нибудь видели номер 01? Вот, пожалуйста. Адыгея. Да, вот здесь такие отельчики расположены. Машины просят не ставить. Улица Театральная, 4/6. Верите, нет? 1% оставался у меня на батарейке, поэтому я ее не использовал. И Наташка позвонила. Сидит дома, просит, чтобы я взял минеральной воды и чего-нибудь ей покушать. Ну ладно, вот она, дорога наша, по-моему, да. Все-таки я угадал. Я это сделал, ребята, я это сделал. Вот он, мой отель, кстати. Да, вот живу я чуть-чуть повыше. На втором, на третьем я этаже живу. Вот это второй этаж, а там я живу. Наташа, я пришел. Я сделал это, кайф. Ладно, сейчас зайду в магазин еще. И вот он. Бамбуковый лес. Офигеть. Я хотел это сделать, и я это сделал. Опа. Так что вот так. Ладно, сейчас Наташа скажет, куда-нибудь сходим еще, прогуляемся, я думаю, покушаем еще что-нибудь вкусненькое. Красота. Вон оттуда я пришел. Ну и все, отдыхаю на балкончике. Сейчас мы с Наташей сходим еще на пляжик, но пока у меня вот здесь корик. Идем на пляж. Загорать, хотя погода, если честно, уже нелетная. Ну ладно. Конечно, я дочери звонил. Дочь меня сегодня выручила, потому что я зашел в магазин Пятерочка, и она рассказала мне, как скидочку сэкономить. Да. Все, идем на пляжик. Привет. Миринда? Миринда. Даже не слышу.
Я думал, клубника, это оказывается какая-то миринда. Фиг его знает, не слышал. О, а нам сюда. Опачки. Вышли мы. Короче, сейчас посмотрим. А, красота. Не то слово. Сейчас спустимся вниз. Сразу. Короче, мы спускаемся вниз. И будем, наверное, сразу купаться. Купаться хочу. Опачки. А здесь почему-то нету прохода. Прохода на пляж нет. Ёпарасоте. Тут пишет опять, прохода на пляж нет. Опять надо идти в другое место. Ой, короче, это не Абхазия, это Сочи. Извините за выражение, ну, ладно, я сейчас скажу, это говно. Потому что вот здесь все за баб. Все продано, все куплено. Не люблю такое. Все. Идем гуляем. Ну нельзя, поэтому дальше пройдем сейчас. Там дальше можно. Тут видите, все оккупировали. Буржуи все оккупировали и не дают нам, простому гражданину Российской Федерации, дойти до пляжа. Все, спускаемся вниз. Вот здесь вроде общественный пляж. Не так, как там. Оккупирована территория. Идем купаться. Блин, сегодня смотрите, какое хмурое небо. Хмурое-прихмурое. Хмурая Наташа. Один я веселый сегодня. Мне сегодня пофигу. Все, пофигу. Да, сейчас я пойду купаться. Коралки не взял. Пофиг. Опа. Сейчас искупаюсь. Будет. Смотрите, он народ на этих фильтрах гоняет вообще, молодцы. Кстати, водичка тепленькая, она не такая. Смотрите, опачки, пошла волна, пошла. А я плаваю. Это был просто пипец. Вообще волна накрыла меня с головой. Смотрите, зато парусник какие красивые. Пришли вот в такое заведение. Да, но это потому что прям на набережной. Смотрите, лодочки идут. Вообще красота. Вот такую пиццу нам дали. Заработала. Да, вот такую вкусняшку мы взяли. Уже нету ничего. Ну, все равно вкусняшка. Ну, а пиво, кстати, пиво. Ну, вообще не вкусно. Пиво галимое, поэтому, ребята, не рекомендуем вот здесь. Не, ну, ребята, не. Нет, пицца вкусная, а пиво нет. Пиво плохое. Да. Вот так включается. Походу, камеру угробил. Ну, да. Что? Ну, так работает камера.